Дякую, пан ректор. Дякую, пан ректор, это правда. К сожалению, мы не сможем разговаривать на украинском языке. Я стараюсь на русском языке немного. Если вы мне прощаете мои грамматических ошибок, которых много будет. Окей, спасибо. Спасибо огромное за ваше подробное представление по поводу нынешней ситуации и способности демократическая страна развивать себя. ОБСЕ – это вообще соединение 57 участвующих стран, мы называем себя Participating States, это очень важная идея в ОБСЕ. 57 ровно, yeah, equal right. Однаково правые участвующих штатов. То есть, это имеется в виду, что штаты из... начинается... Мы всегда говорим от Ванкувера до Владивостока. То это значит Канада, США, все штаты Европы, включаются очень маленькие, как Литва, или как Мальта, или как Литуания, Лихтенштейна, до очень огромные, очень большие, как Россия, как Польша, до Центральной Азии, до Монголии. Это самая новая участвующая страна. По просьбе правительства Украины нам отправили сюда, чтобы принести глаз ОБСЕ как организации, то мы не представляем наша отдельная страна, мы представляем ОБСЕ в общем, то есть мы представляем 57 участвующих стран. И мы принесем сюда нейтральные глаза, чтобы посмотреть обстановку, узнать от гражданинов Украины, что вы считаете о нынешней ситуации, и эту информацию тогда мы докладываем сначала в Киев, где наша штаб-квартира, можно сказать, что наше руководство сидит в этом моменте, и они докладывают ежедневно и еженедельно в Вене. So I just said we're here with the neutralizer. Это значит, что вообще у нас нет мандат комментировать ситуацию здесь. И это очень важно, чтобы вы это понимаете и помогаете нам наблюдать этот мандат. Потому что 57 участвующих стран согласились нам сюда отправить, и мы докладываем всем участвующим, anyway, мы докладываем всем. Это значит, что мы не сможем и не будем комментировать вашу ситуацию здесь. Но мы рады слышать ваше мнение, потому что это дает нам возможность дальше дать информацию. Тоже мы здесь присутствовали сегодня, чтобы обсудить, что такое ОБСЕ, что мы занимаемся как организация. Мы все работаем в разных странах ОБСЕ. В миссии ОБСЕ в разных странах. Моя коллега Кэтрин Хэмптон работает в Боснии. Мой коллега Норман Спицегер работает в Косово. Я сама, Келси Харрис-Смит, я работаю в Таджикистане. То очень разные государства, очень разные сообщества и очень разные опыт, который мы принесем сюда, чтобы помогать нашей работе в Украине.